Миш, я как закончу, позвоню. Танечка, привет. Здравствуйте. Набирается группа на зорбо-йогу? Да, звонят, интересуются. Причем очень много мужчин. А женщины? Это же женский центр. Когда в группе есть мужчины, женщины занимаются более активно. Это я еще по нашим танцам живота заметила. Кстати, у Веры на... Танечка, мне пора бежать. Потом поговорим, ладно? Хорошо. Здравствуйте, Сергей. Как у нас дела? Здрасте. Порядок, Светлана Петровна? Я про мастер-класс. А, уже минут 20 как идет. Ага. Третье. Время от времени обязательно оставляйте мужа в покое. Дайте ему возможность побыть наедине с самим собой. А время от времени это примерно как часто? Ну, вы сами должны это почувствовать. Ну, то есть каждый день? Ну, конечно, если это необходимо вашему избраннику. Ну, вот я, например, так и старалась всегда делать. Ему и начал этим пользоваться. Я думала, он в своей комнате сидит, с документами работает или размышляет над чем-то. А он сразу садился в компьютерную игрушку играть. Так, подождите. Нужно понимать, что компьютерные игры для мужчины – это способ медитации, отдыха. В это время он включает активную часть мозга. Ага, и больше не включает. О, у вас тут весело? Светлана Петровна, мы… Ничего, продолжайте. Хорошо, что начали без меня. Как тут? Все супер. Так, давайте дальше. Вера, молодец. Четвертое. Женщина всегда должна быть ухоженной и сексуально привлекательной. Вне зависимости от времени суток и уж простите объема домашней работы. Пятое. Доверие. Наиважнейший пункт. Давайте остановимся на нем отдельно. За успех нашего мероприятия. Вашего с Лерой, я тут так, сбоку припеку. Ой, вот правда же говорят, нет худа без добра. Вот если бы у вас не начались проблемы на радио, где? Где бы я нашла такого специалиста? Скажите, ты же специалиста. Но мне действительно было обидно. Все передачи для мужчин. Для женщин абсолютно ничего. Какие-то разговоры о кулинарии. Мне даже пилотный выпуск не давали сделать. Но если бы не вы, я бы вряд ли продолжила в этом направлении. Лера, брось, ну такая ты скромница. Во-первых, у тебя сейчас масса свободного времени, потому что ты теперь не работаешь. Во-вторых, ну ты же идеальная жена. Следовательно, ты идеальная кандидатура для того, чтобы вести эти курсы. И потом, вы с Андреем столько лет вместе. А сколько лет вы вместе? В официальном браке 15 лет. Да, через неделю хрустальная свадьба. Так, эту информацию нужно разместить на сайте. Для привлечения аудитории. Светлана Петровна, я бы хотела выпить за ваш талант эффектно делать полезные проекты. И за твой талант так убедительно доносить идеи. Хотя ты знаешь, когда ты стала говорить про терпение, я тут же вспомнила, как швыряла вещи Степы. Ну, это мой бывший муж. Второй. Как я бросала его вещи с балкона. Это было тоже очень эффектно. Простите, я спросить на минутку. Я не помешаю? Нет. Мне очень понравилось все, что вы говорили, и все так правильно, четко. Но это ведь подходит тем, кто уже замужем. А вот если девушка одинокая, есть какие-то советы в этом случае? Ты хочешь совет, как заполучить мужа? И как? Что? Ну, секреты, как узнать именно своего человека, понимаете? Понимаем. И как раз разрабатываем новый цикл лекций на эту тему. Но то, что говорит Валерия Николаевна сейчас, нужно и важно слушать. Даже незамужним. Правда, Виктория? Ой, на меня ориентироваться в этом вопросе опасно. Я скорее за свободные отношения. Наелась замужеством вот так. Хотя я могу провести курс, как разоблачить, например, болтуна, хвостуна, тряпку. Не так блестяще, как Лера, но все-таки... Лика, перестань. Спасибо. Извините. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго.
Так шутить с клиентами у меня в центре не стоит. Так я и не шучу. Светлана Петровна, вы говорили о благотворительном вечере в Ардеко. А, да. Вот. Два приглашения. Приходите с мужем. Спасибо большое. Как это здорово, когда люди занимаются благотворительностью. Как здорово, когда есть такая возможность. А вот то, что вы сказали девушке по поводу новых курсов, это серьезно? Я не знала. Так это только сейчас пришло в голову. Но раз есть спрос, значит, может быть рентабельным. За рентабельность? За новые идеи? За любовь. Не чокаюсь. Нет, ты это слышала? В моем центре с клиентами шутить не стоит. Ну, прям королева. Но это же просто рефлекс, Викс. Ты представляешь, в каком мире она живет? Ей приходится быть сильной. Лер, пожалуйста, прекрати лекцию. В каком таком мире она живет? Все куплено, за все заплачено. Это нам с тобой приходится быть сильными. Потому что каждый день приходится выживать. Еще и детей поднимать. Ну, не знаю. У нее и бизнес, и муж известная личность, постоянное внимание прессы. Их почти каждый месяц в журналах печатают. Представляешь, какое-то испытание? Она, конечно, идеальная женщина. Идеальная жена. Я-то об этом могу только на лекции рассказывать. Для меня идеальная жена – это ты. Все. И точка. Кстати, забыл тебе сказать. Мне Маришка моя сказала, что про твоего Никиту в школе ходят слухи, будто он с какими-то парнями постарше связался. Ну, во-первых, слухи – это слухи. Во-вторых, он взрослый человек уже. Нужно учиться самому нести ответственность за свою жизнь. Вик, 17-летний подросток. Тебя умоляю. А, кстати, как дела у Марины? Не появился ли кто-нибудь? Нет, не появился никто. Нам сначала нужно школу закончить, на отлично. Смотри, в тихом омуте. Фу-фу-фу. Ну что, пойдешь? Андрей точно не сможет. Нет-нет, я боюсь, что фейс-контроль не пройду. Привет, Марин. Ага. Что, на моей страничке? Нет, никакой розы у меня в друзьях нет. Если найдешь, дай мне знать. Ну, пока ничего такого серьезного. Разные гадости пишет. Просто сообщи, ок. Все, спасибо. Пока. Белореченские так и делают, что здесь сшиваются. Бомбанем по-бырому и назад. Лучше места, чем здесь, все равно на районе нет. А сколько это по времени обычно занимает? Я думаю, часа за два управимся. Что если с белореченскими встретимся? Ничего, мирно, разойдемся. Мы же не с пустыми руками идем, да, Виталь? Ну, да. Настоящий? Да, деда. Он его в сейфе хранит.
Я как-то код подсмотрел, ну и пока он в своем санатории отдыхает, считай, что пистолет мой. Дай подержать. О-о-о, нет, молодой еще. А он заряжен? Нет, дед патроны где-то в другом месте хранит. Опа, почти пришли. Да, чуть не забыл. Сухареву звонили. Извиняли, что не придут. Заранее поздравляю. Ну, как жалко. Они веселые. Ну, а я что? Я тоже веселый. Лично буду отвечать за веселье. Кстати, у меня есть хорошая идея. Какая? Оставь. Что есть нам на юбилей? Надеть свадебные наряды. Ты серьезно? Да. Смотри, какое платье тебе нашел. Красивое. А что это, у тебя второй телефон? Да, я не говорил. Служебный. Всем выдали. А. Скажи, а что тебе подарить? Да я не знаю. Ну, свадьба хрустальная, значит, что-нибудь хрустальное, ну, или стеклянное. Да? Да. А не разобьешь? Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Зай, у Хрусталёвых следующие выходные хрустальная свадьба, но надо быть. Хрусталёвых хрустальная? Символично. Я не смогу, наверное. У меня поездка в Питер. Важная встреча. Ну, а Конюхов не может съездить вместо тебя? Нет, Конюхов не тот уровень. Там дело серьезно. Зай, ну, для меня это важно. Хрусталёва ведет у меня курсы в Центре женского образования. Он для нее путеводный ориентир. В общем, нам нужно сделать красивый и широкий жест. Ну да, все от нас чего-то ждут. Нам-то что, тебе разорваться? Не придумай. Ну что-нибудь, ну пожалуйста. Придумай. О, смотри, вот эта подвесочка подойдет. Очень красиво. Только у Хрусталёва хрустальная свадьба, а не бриллиантовая. Ну и что, нам подарить вазу, как все? Ну что же с тобой, блин, когда-то как все. Да. Что? Ты уверен, это проверенная информация? Хорошо, сейчас буду. Светулечка, мне нужно срочно по делам отъехать. Ага. Ладно, справишься сама. А что случилось? Да, там дело серьезное. Я возьму машину, ты Мишу вызови, чтобы он тебя отвез. Да, хорошо. А я возьму твою карту. Марин, ты почему посуду не разобрала? Мам, я готовлюсь к контрольной. Папа, можешь мне с физикой? Не мучай отца, пусть отдохнет. Для него это 5 минут. Пап! Пап! Иду, иду! Мам, это ты? Я. Счета пришли. Вижу. Ох, сколько мы электричества нажгли. А ты чего так рано? Зарплату выдавали. Видимо, по такому праздничному случаю решили сделать короткий день. Ты будешь? Да, сейчас приду. А Никита где? Понятия не имею. У него там какие-то дела с новыми друзьями появились. Ничего, разберется, не маленький уже. Ему еще только 17. Когда мне было 17, я Никиту родила. Значит, у меня есть еще год. Даже не думай об этом. Это я была глупая, влюбчивая. Ничего не понимала.
ты сначала на ноги встань. Потом уже о семье думай, о детях. Мам, а если бы Никитин папа не погиб, все могло бы быть по-другому? Может быть. А мой папа? Он не пытался вернуться или навестить меня, когда я уже выросла? Не пытался. Мы ему не нужны. Я даже не знаю, куда он уехал. Женское сердце в любви глупое. Я в нем мерзавца не разглядела. Хотя, наверное, с самого начала все было понятно. Лиза, а ты ко мне в шкаф не залезала? В шкаф? Ну, нет. А что мне там делать? Смотри, не ври матери. Мам, ты чего? Узнаю, что это ты, оторву руки. Слушай, неплохо для новичка. Здорово, пацаны! Что делаем? Рисуем. А вы в курсе, на чьей территории вы бомбить? Парни, я все снимаю. Да нам пофиг, отдавайте свои сумки, респираторы и кошельки. Иначе... Иначе что? Как хочешь. Парни, давайте разойдемся миром, ладно? Хватит снимать. Сумки взяли? Погнали. Лови их! Стоять! Куда? Стой, пистолет! Бежим! Стоять! Да у него пугач! Мочи его, пацан! Где они? Не знаю. Видел? А чё там посмотри? Да нет тут никого. Там посмотрите. Что это такое? С чего они это делают? За что мы деньги платим? Что это заведение уже совсем испортилось? Значит, не будем ничего у них больше заказывать. Алло, Даир. Сколько? Нет, это слишком много. Когда сообщили? Понятно. Нет, не надо, я сама решу этот вопрос. Пока. Зай, мне в центре аренду подняли. С какого перепугу? Да вот и я о том же. Может, ты позвонишь, кому надо? Хорошо, я постараюсь. Правда, сейчас не самый подходящий момент. А что такое? Да, нас проверками замучили. Кто-то стуканул в антикоррупционный комитет. Что, кто-то из твоих проворовался? Надеюсь, что нет. Нет, но нам скандалы-то сейчас не нужны. У нас послезавтра благотворительный вечер в арт-деко. Ты помнишь? Свет, но... Я пригласила прессу, я заказала статью, там фотографы будут. Это для этой твоей светской хроники? Ну, конечно. Если мы не будем напоминать о себе, наш статус самой завидной пары пошатнется. А его, между прочим, многие хотят занять. Дорогая моя, любимая, этот наш статус скоро негде будет размещать. Не переживай. Да, конечно, мы знаем, что мы самые лучшие. Но нам нужно постоянно о себе напоминать. И потом.
Благотворительность – это хорошо. Это правильно. И это необходимо. Тем более тебе. Зачем? Нужно показать, что быть народным депутатом – это еще и обязанность помогать тем, кому не дано. Чего не дано? Свет, мне надо с тобой серьезно поговорить. О чем? Скажи, почему мы так много времени и сил тратим на помощь чужим детям, а со своими тянем? Ну, Зай, ну мне сейчас некогда, ты же прекрасно знаешь. С ребенком я вылечу из жизни на год. Но твои тусовки никуда не денутся. Ведь другие же как-то справляются. В конце концов, давай наймем няню. Няню? Я уборщицу в этом доме еле-еле терплю, а ты хочешь нашего ребенка оставить с чужим человеком в нашем доме? Может, хватит? Сколько я буду слышать эту песню? Надоело! Света, я хочу ребенка. Семья – это не только ты и я. Семья – это еще и дети. И у нас все для этого есть. Все! Все условия созданы. Сначала ты говорила, что мы должны встать на ноги. Встали! У нас должен быть достаток, потому что дети не должны ни в чем нуждаться. Вот он, достаток! Мы живем в центре города. В 5 комнатах, Света! 5 комнат! Спасибо за ужин. Сам процесс игры очень освежает семейные отношения, но не стоит ждать инициативы от вашей второй половины. Ведь мужчина всегда немного ребенок, и он не уверен, не будете ли вы смеяться над его детской природой. Тем более традиционно в семье муж позиционируется как глава, как основа, и в этом контексте семейные игры могут выглядеть легкомысленностью. Но нам, женщинам, легкомысленность простительна. Поэтому берите инициативу в свои руки. Вопрос. А вы имеете в виду сексуальные игры? Не только, но сексуальные игры очень важны. Поймите, чем больше в вашей семье совместных игр, ритуалов, тем комфортнее домашняя обстановка. А такие игры не приведут к тому, ну, что кто-то из партнеров перейдет черту? Вы имеете в виду насилие? Нет, что вы, игры наоборот, они снимают напряжение, если оно накопилось. Так, давайте-ка разберем самые популярные из них. Например, исполнение желаний. Это может выглядеть вот так. Смотрите, всем видно? Кармашек, купончик. Если вы считаете, что ваш муж достоин поощрения, то пусть вытянет любой. Оп. Ой. Не-не-не-не-не! Начальник и подчиненный. А такие игры не натолкнут на предложение в реальности? Например, мой муж начальник, я ему, конечно, доверяю, но частая смена помощниц меня, если честно, напрягает. Мой, кстати, тоже руководит отделом, и если я ему такое дома устрою, что он типа босс, а я секретарша, и вся такая секси, и делай со мной все, что хочешь, это не толкнет его на пробы тех же игр на работе. До этого он мог, допустим, фантазировать об этом, а тут возьмет и приступит к реальным действиям. Ну, психологи считают, что как раз наоборот. Если он реализовал свои фантазии дома с вами, то на работе он уже этого делать не будет. Как говорится, запретный плод сладок, но если он уже вкусил, то иллюзия чего-то невероятного, она просто растает. Не всегда. Вот я со своим уже такие игры пробовала. И все бы вроде хорошо. А потом вдруг второй телефончик нашелся. Случайно обнаружил. Второй телефон? Да. Оказывается, он по нему переписывался с любовницей. Интересно, и что же вы сделали? Простила. Немного, правда, помучила. Месяц не разговаривала. Я бы выгнала сразу. Если раз ходил налево, второго не миновать. Нет, это ясно, 100%. Скажите, пожалуйста, у нас будет тема, что делать с изменой мужа? Я не планировала, но давайте обсудим. А вы сами сексуальные игры с мужем практикуете? Я?
Иногда, конечно. Марин, ты дома? Да, я в ванной. А папа? Еще на работе, наверное. Мам, как все прошло? Все хорошо, что? Ну, просто интересно, что ты рассказываешь об образе идеальной жены. А ты теперь с телефоном даже в душ ходишь? Ну, мало ли кто позвонит. Эти гаджеты до добра не доведут. Ой, мам, хватит. Между прочим, сейчас без странички в соцсетях и куча лайков под фото. С тобой вообще общаться никто не будет. Словно тебя нет вовсе. Что, виновата? Ой, страшное время. Это так кажется, потому что в твои 16 ничего такого не было. Слава богу, общались с живыми людьми, а не с аватарками. А между прочим, у идеальной жены не готов ужин для идеального мужа. Иди. На работе? Как обычно. Я тут новое блюдо приготовила. Хочу знать твое мнение. Не понял. Я тоже. Что это смешного? Между прочим, в твоем пиджаке нашла, хотела постирать. Да, я понял. Лопатин, сволочь. У меня в кабинете хотели устроить банкет по случаю свадьбы Климушкина. А это здесь при чем? Климушкин зажал свой мальчишник. Ну, знаешь его, Наташка, она противница всего этого. Вот мы решили его разыграть. Придурок Лопатин накупил презервативов, украсил ими весь мой кабинет, что значит Климушкин осознал, и ему стало стыдно. И? Ну и приехала внезапная проверка, пришлось все эти украшательства срочно прятать. Сам понимаешь, за такое по головке не погладят. Видимо, Лопатин и в мой пиджак сунул. Я его обычно на стул вешаю. Такая история. Андрюш, ты мне не врешь? Лер, ну зачем мне? Хочешь, спроси Лопатина. Прости, я не знаю, что на меня нашло. Я как увидела... Да нет, все, я все понимаю. Все в порядке. Кстати, как твои курсы прошли? Нормально. Андрюш, я тут подумала, может быть, нам разнообразить нашу жизнь какими-нибудь играми? Какими играми? Ну, сексуальными.
Я даже кое-что купила в специальном магазине. Так. Не подсматривай. Да не смотрю я. Только не ржи. Можешь смотреть. Что? Пожалуйста, давай обойдемся без уколов. Андрей, боюсь. Ну, Андрей. А нельзя ли потише? Час ночи уже. Галочка. Сами? Конечно. Мне должны прислать документы из Москвы. Заказано. Ничего не было, Лев Иванович. Точно? Точно. Я сразу бы вам позвонила. Ну, хорошо. Тогда я жду. Только сразу же. Поняла. Какая вы сегодня? Какая? Загадочная. Гена, приветствую. Федотова, ты справку о регистрации по месту пребывания принесла? Геннадий Степанович, я забываю все время. Ты ведь у нас на испытательном сроке. Мы тебе как человеку новому в нашем городе навстречу пошли при оформлении. Зарплата скоро. Рекомендую не забывать, чтобы потом не плакать. Проблем? Ну не расстраивайся. Я что-нибудь придумаю.
Я такую красивую девушку в обиду не дам. Только с тебя свидание. А то что мы все вокруг да около. Договорились. Привет. Привет. Сколько у тебя времени есть? Минут 20, от обеда еще осталось. Что случилось? Рассказывай. Понимаешь, мне кажется, у Андрея кто-то есть на стороне. Почему ты так решила? Ну, я чувствую, еще это второй телефон. Второй телефон? Я не говорила, он случайно вскрылся. И что там, переписка? Да ничего там, он пустой. Это и странно. Может, я что-то не так делаю? Лера, я вот не зря говорю, ты для меня идеальная жена. Я всегда так считала, и Андрей только про тебя и говорит. Когда? Всегда. Слушай, может тебе на работу вернуться? Зачем? Я не знаю, может быть, у тебя эти мысли от того, что ты дома сидишь? Ведь не все же могут быть домохозяйками. Я бы не смогла, например, я бы сошла с ума. Подожди, ну я же не сижу без дела. У меня то одно, то другое. Я к лекциям готовлюсь. Мне, конечно, хотелось бы так же, как Светлана Петровна. Она вон домохозяйка и столько дел общественных успевает делать. Да и клуб у нее этот, это же не бизнес, это для пользы. Понятно, все наши разговоры заканчиваются на этой фифе. Значит, все остальные темы исчерпаны. Прости. Что думаешь про Андрея? Думаешь, выкинуть из головы? Лер, ну, конечно, выкинуть из головы. Все, я бегу, а то меня депримирует. Угу. Да. Оп! Услышал твои шаги. Здорово, Лопатин. Здорово. Ты чего? Ростислав Олегович настоял, чтобы я передал дело тебе. Чего это вдруг? Поймешь. Ты шутишь, что ли? Какие могут быть шутки? Чувствуешь? Ну, премиальными пахнет. За благотворительность и надежду! Друзья мои, давайте все вместе поможем детскому дому в Качинске. Ура! Ура! Светуля, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Давай дома, я устала, да. Дома нельзя, дома могут прослушивать. В смысле? Светуля, похоже, у меня очень серьезные неприятности, а значит, у нас обоих. Это как-то связано с проверкой? Да. Несколько депутатов сейчас в разработке, в том числе и я. Садись в машину, я тебе все объясню. Свет, значит, это прочти внимательно. Здесь все, что тебе придется говорить на допросе. Если такое случится вдруг. Вась, ну, ты же ни в чем не замешан. Нет, конечно. Я один такой, белый, пушистый. В этой волчьей яме. Пока будем ехать, прочти внимательно. Если будут вопросы, спрашивай.
Извини, немного задержался на работе. Новое дело подкинули. Андрюш. Ну, что случилось? Ты обиделась? Нет. Андрюш, я хотела тебе сказать, нужно прекращать все это. Давай потом об этом поговорим. Я соскучился. Спросить у вас совет. Я вас слушаю. Здравствуйте. Как вы думаете, в отношениях с мужчиной, который значительно старше по возрасту, есть какие-то свои особенности? Ну, это вообще нормально? А мужчина женат? Ну, я не знаю, он же сам. Если женат, то даже не думайте. Уйдете из семьи, свое счастье не получите. На чужом горе нормальную семью не построишь. Ну, а если он не женат? Ну, если не женат, то неважно, какая разница в возрасте. В разумных пределах, конечно. Если вы любите друг друга, это же самое главное. Ну, а если мы еще не встречаемся, он только проявляет ко мне интерес? Понятно. Но вам-то он нравится? Ну, кажется, да. Тогда... Устройте встречу тет-а-тет в каком-нибудь нейтральном месте, в ресторане, например. Поговорите о нем, о его интересах. Пусть он говорит, а вы слушайте. Угу. Попытайтесь почувствовать, его интерес к вам настоящий, или это просто, извините, тяга к молодому телу. Угу. Угу. Так, мы опаздываем, пойдемте. Проходите. Никитос, где ствол, а? Так, у тебя же был. Ты же видел, что я его уронил. Потом вообще отстал. И чё? Да ничего, чё. Я думаю, что он у тебя. Ага, у меня дыхалку сбило. А вы куда делись? Меня бросили. Куда-куда? Туда! Черт, пацаны. Если мы ствол не найдем, то... то мне конец.
Ну что скажешь? Судя по всему, убийство было спонтанным. Из пистолета выстрелов не было сделано. Может быть, его использовали как средство защиты. Во-первых, нам пока неизвестно, кому принадлежит пистолет, убийце или жертве. А во-вторых, почему думаешь, что выстрелов не было? Это должны баллистики проверить. Так гильз же нет. Убийца мог унести. А пистолет оставил. Странно. А здесь все странно. Что говорит судмедэксперт? Ну, при поверхностном осмотре удары тяжелым тупым предметом наносились беспорядочно и непрофессионально. Я считаю, что убийства не было спланировано. Бытовая ссора. Ну, предположим, убийца действовал в состоянии аффекта. Тогда где ключи от машины? Он осознанно их забрал и оставив жертву истекать кровью. А это уже хладнокровный расчет. Шершель Афам. Я хотела бы начать с небольшого объявления. К сожалению, в субботу наше занятие не состоится. Но я непременно его компенсирую, вы его не потеряете. Дело в том, что в субботу у нас с мужем хрустальная свадьба. Спасибо. Ну, давайте начинать. Итак, сегодня я бы хотела поговорить о важности участия семьи в социальной жизни. Это не только укрепляет ваши отношения с мужем, вы, как пример, оздоравливаете общество. Внешний статус вашей семьи повышается, это толкает вас на более ответственный уровень по отношению друг к другу. А что вы имеете в виду под социальной жизнью? Это праздники и дни рождения друзей и родственников? Ну нет, вы же идеальная жена. Вы должны нести творческое, креативное начало в семье. Придумайте повод для такого мероприятия, где бы вы могли с мужем выйти вместе, парой. И не ждите, что ваш супруг возьмет инициативу в свои руки. У главы семьи очень много проблем, которые он должен решать в первую очередь. Давайте же рассмотрим несколько примеров. Эти примеры взяты не с потолка. Я бы хотела вам показать, как участвует в социальной жизни семья женщины, которая предоставила нам это помещение для занятий. Речь пойдет о Светлане и Василии Самохваловых. Еще 10 секунд. Почти готово. Подписчиков много? На канале? Угу. Достаточно. Ого! 8000 лайков на анонсе нашего эфира. Ну, я думаю, они пришли с моей странички, я оставляла ссылку. Раз. Добрый день всем подписчикам. С вами блогер Сава Мороз. Мы в гостях у яркого представителя богемно-благотворительной среды нашего города Светланы Самохваловой. Здравствуйте. Светлана, скажите, вы с мужем много занимаетесь помощью детским домам и органам опеки, но у вас самих в семье детей нет. Ну, мы с Василием, с моим мужем, собираемся стать полноценной семьей, это во-первых. А во-вторых, мы хотим показать, что с данной проблемой, данную проблему можно и нужно решать, вне зависимости от семейной ситуации. Вы подаете яркий и положительный пример. И это здорово. Вы самая завидная пара нашего города. Завидная. Простите, вы правы. Ну, достойных пар много, просто мы занимаемся реальными делами. И мы показываем, что люди способны решать ситуацию там, где это необходимо. Я недавно открыла центр женского развития. С данной ситуацией у нас как-то в городе сложно. Курсов для мужчин достаточно много, а вот для женщин... Вы не хотите усыновить ребенка? Вы простите, что? Взять ребенка из детского дома. Ведь это был бы лучший пример для реального действия. Вы смогли бы? Знаете, это... Ну, это достаточно сложный вопрос. Здесь хорошо. Очень много нюансов. Я вас понял. Идем дальше. Остановите эфир. Что? Остановите эфир. Мы в прямом эфире. Я сказала, остановите эфир. По-моему, хорошо получается. По-моему, нет. Подобных вопросов в списке, которые вы присылали, не было. Давайте продолжать, но будем говорить о моем центре. Хорошо.
Привет, Марин. Ты уже ушла или еще здесь? Уже ушла, а что? Хотела с тобой поговорить. Это важно. Может, я тебя догоню? Ой, слушай, а я далеко уже. Может, по телефону? Это не телефонный разговор. Может, я вечером к тебе зайду? Окей, договорились. Так, какие еще могут быть поводы для домашних мероприятий? Ну, например, можно устроить вечер детских стихов собственного сочинения. Но все мы в детстве что-то писали, и я убеждена, что у многих из нас эти детские опыты остались в целости и сохранности. Ну, это же очень весело. Например, каждая пара прочтет по два стихотворения. Начните первыми. Подайте пример. Это довольно интересно раскроет партнеров друг другу с неожиданной стороны. Еще можно организовать детские музыкальные гостиные. Ну, это вечер, когда дети играют на музыкальных инструментах, поют. Пригласите друзей с детьми. С одной стороны, это укрепит ваши отношения с ребенком, а с другой стороны, опять-таки повысит ваш социальный статус как семейной пары. Да-да-да. А у вас дети есть? Да, девочка 16 лет. Это такой сложный возраст. Да, многие об этом говорят, что у детей в этом возрасте появляются секреты от родителей, какая-то собственная жизнь. Но в нашей семье такого нет, наверное, потому что мы всем делимся друг с другом. И в такой ситуации жесткий контроль просто не нужен. А что, на ваш взгляд, главное в отношениях между идеальной женой и ребенком-подростком? Доверие. Ну, поймите, в правильно организованной семье, где все подчинено пирамиде, когда мужчина глава, он наверху, впереди, а жена надежная опора, защищающая тыл, создающая комфорт, то ребенок как бы интуитивно чувствует себя в безопасности. В правильно функционирующей среде проблем с подростком просто не будет. Андрюш, а давай после юбилея придумаем какие-нибудь домашние мероприятия? В смысле? Ну, позовем друзей, я всего наготовлю. Организуем какую-нибудь тематическую вечеринку. Творческий вечер. Ну а что? Пусть каждый принесет стихи, которые писал в юности. У меня вот целая тетрадка сохранилась. Лер, ну ты чего? Ты представляешь, что мои коллеги с собой принесут? Лопатин, например. Это, я чувствую, мы еще в субботу на юбилей отхватим. Вообще какая-то детская затея. Хорошо. Давайте тогда организуем фотовыставку. Пускай каждый из гостей принесет с собой по 3 фотографии большого формата. Какие-нибудь красивые, с путешествий. Я все это оформлю на стену. Будем сидеть, ужинать и рассказывать друг другу историю этих фотографий. А мы что напечатаем? Бабушкин дом в деревне? Папа нам все обещает, что у него случится отпуск. Летом. На море. Ну, я не знал, что у меня такая работа. То одно, то другое. Да ну вас. Лер, ну ты чего? Ну не обижайся, мне твоя идея нравится. Нам обоим нравится. Нужно просто все хорошенько обдумать. Может, что-нибудь свое предложим? Как скажешь. И, кстати, ты помнишь про мою идею насчет свадебных нарядов? О, боже. Ну, я не знаю. У меня еще какая-то идея была. Не могу вспомнить. Ну, что значит «не знаю»? Хорошая идея. Как на ваших курсах говорят, во всем поддержи начинание мужа, так? Ну, да. Вот. Значит, порешили.
Мне к Лизе нужно сходить. Домашку вместе сделаем. Во сколько вернешься? А что? Опять допоздна сидеть будешь? Господи, мама, мне что, парня завести, чтобы он меня провожал вечерами? Так, отставить. Я провожу. Заодно с Викой кое-что обсудим к юбилею. А вообще-то это сюрприз. Хорошо. Только переоденься, не ходи в рванине. Не позорь семью. Я немного задержалась. Боже мой. Ваше преображение стоило того. Ну что, Лев Иванович? Давай договоримся. Просто Лёва. Мы ведь не на работе. Мы ведь на свидании. Так? Да. Бокал вина. Для аппетита. Нет, вино я... Перестань. Какое же свидание без вина? Будьте добры, меню. Свой заказ я уже сделал. Я не хочу есть. Перестань. Хватит прибедняться. Спасибо. Простите, а что вы тут делаете? А где все? Занятия не будет? Никто не пришел. Будем считать, что эксперимент с клубом идеальных жен не удался. Лера, я так в тебя верила. Я рисковала деньгами. Ну ты не расстраивайся, ведь не всем дано вести такие курсы. Не всем дано быть идеальной женой. Что вы делаете? Ему здесь не место. Я же говорила вам, мне нравятся мужчины постарше, а вы ему даже бутоньерку не купили. Что? Бутоньерку! Бутоньерка. Ты куда? По делам. Ясно. Я с тобой поговорить хотела. Мам, ну что еще? Эти деньги я коплю нам всем на поездку на море. Ты ничего не хочешь мне рассказать? Мам, прости, я обещаю, отдам. Но парням нужно было для граффити кое-что купить. Хочешь быть крутым за чужой счет? У нас с тобой уговор. Ты поступаешь как знаешь, но отвечаешь за все сам. Я знаю. Тогда как хочешь, а деньги должны быть на месте. Добрый вечер. Девушка с сопровождением прибыла. Лиза, к тебе Марина пришла. Здрасте. Привет. Привет. Ты идешь уже или как? Комары налетят. А, ну, не знаю, наверное. Иди давай. Нам комната для занятий нужна. О, Галечка, с вашим умом работать секретарем? Преступление.
Надо же мне как-то зарабатывать. Я квартиру снимаю, хозяин оплату повысил. А близкие не помогают? Ну ладно. Ты лучше скажи мне, почему такая красавица до сих пор одна? Просто мне нравятся мужчины постарше, а они обычно уже женаты. Ты намекаешь на мой возраст? Нет, ну что вы. Ты. Мы договорились. Ты. Да, просто мне надо привыкнуть. Ничего, привыкнешь. Кстати, твою проблему с отделом кадров я порешаю. Не переживай. Я с Самохиным, начальником отдела. Вот так. А вы... Ты... женат? Был. А почему развелся? Моя жена оказалась скучным человеком. Все ей было не так, все ей было не этак. Я терпел, терпел. Поэтому все. Ясно. А где ты живешь? Я? А что? Провожать тебя буду. Уже стемнело. Такая красивая девушка. В таком одеянии, одна, в столь поздний час, не должна возвращаться домой. Счет, будьте добры. Ну и как мы теперь будем? Никак. Воспользовалась тем, что я... Тем, что я напилась на твоем дне рождения, провожать вызвался рыцарь. А я, дура, повелась на твои разговоры, что у вас с Лерой в постели все плохо. Если бы я сразу знала, чем все это закончится. Ты же сама говорила, что серьезные отношения тебе не нужны. Не нужны. Потому что я сыта по горло мужиками, которые обещают одно, а на деле совсем другое выходит. Вот. Я лучший вариант. Ничего не обещаю. Сама не знаю, что тогда на меня нашло. Дура и алкоголь — вещи совместимые, но оба губительные. И ты еще. Что я помогаю подруге семью сохранить, что если бы не я, ты бы нашел себе другую, она бы увела тебя из семьи. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Господи, какая все-таки наивная. Я подумала, ты перебесишься, поймешь, что дома лучше. Как это у вас у мужиков часто бывает. Короче, я сделала все неправильно. А как ты вообще в это влезла? Она сперва попросилась, друзья. Лайкала мои фотографии, присылала свои. Как-то начали переписываться. А потом я выложила фотографию в купальнике. И через пару дней эта Роза присылает мне ту фотографию, только я там... Голы. Ну, по пояс. Фотошоп? Конечно, фотошоп. Только так сделано, это реально не отличишь. Сказала, что если я еще какую-нибудь интимную фотографию не пришлю, покажет это всей школе. И ты повелась? А ты бы не повелась? Как потом всем докажешь, что это? Почему ты отцу не рассказала? Он же у тебя мент. Не мент, это следователь. Ну, тем более. Я думала, отправлю раз. Удалю Розу из друзей, все это закончится. И? Удалила. Она мне с другого аккаунта написала, что если такое еще раз повторится, выложит обе фотографии теперь. Рис, что мне делать? Я тут больше уже не могу. Давай так.
Ты пока об этом больше никому не говори. А я, ну, посмотрю в сети, изучу вопрос, и дальше решим, что делать. Ладно. Слушай, а ты заметила, как Никита сегодня занервничал, ну, когда ты пришла? И что? Ты еще и слепая, к тому же. Что, если дети увидят? Не могу удержаться. Тянет меня к тебе, и все, ну, что ты поделаешь. Андрюша, когда я сказала, что все, это все, я не шутила, понимаешь? И выбрось этот второй телефон свой. Лера нервничает из-за него. Все равно он нам больше не понадобится. Выброшу. Послезавтра торжественно. Сразу после юбилея. Вик, давай завтра встретимся. Нет. Последний раз. Нет. Пап! Я все! Ничего, что он так сразу? Ну, мы же взрослые люди. Ну, может, ты теперь подумаешь, что я... Ничего я не подумаю, дуреха. Перестань себя накручивать. Я... Мне, наверное, надо сказать... Не знаю. Ну, что такое? У меня в жизни было одно ужасное событие. Я думала, что я, ну, не смогу после этого, как все нормальные женщины. Ну вот. В общем, то, что сейчас случилось, для меня очень важно, понимаешь? Конечно, важно. Важно то, что случилось. Ну, я имею в виду, между нами. Галчонок. Можно я так буду тебя называть? Можно. Мне нужно ехать домой. Ты не останешься? У меня дома важные документы. Ой, переоденусь заодно. Увидимся завтра. На работе. Увидимся. Привет. Привет. В общем, я почитала вчера в сети, и то, что делает эта Роза, называется киберсталкинг. Это вообще серьезная такая история. И на самом деле эта Роза может оказаться каким-нибудь толстым мужиком, который внимательно изучил твою страничку в социальной сети. И что ему нужно? Ну, фотки твои эти, эротические. Наверное, клиентам отправляет или для себя собирает. Может, вообще что готовит? Что готовит? Ну, откуда я знаю? Короче, тебе надо обратиться в полицию. Есть такой специальный отдел, который преступлениями в сети занимается. Нет, я не могу. Ну, хочешь, я обращусь от твоего имени? Ага. А потом все эти фотографии увидят в полиции. Ты отца дойдет. У тебя вообще инфаркт стукнет. Она считает, что я у нее должна быть образцовой дочерью. Идеальная семья, все такое. Бежим!
Привет. Доброе утро, Лев Иванович. Простите. Ничего, ничего. Просто захотелось вдруг. Колчонок, давай договоримся. На работе только рабочие отношения. Ясно? Ясно, только рабочие отношения. Ну, а что это у тебя за ушком, а? Смотри-ка, это тебе. Откроешь, когда я уйду, а ты еще что-нибудь чепучишь. Привет. Привет. А ты чего такая? Что случилось? Нет. Лера, я, наверное, не смогу к вам завтра прийти. Я лучше отдельно потом поздравлю. Подожди. Алло, да. Да, я сегодня звонила. А, да, я заказывала бутоньерку. Хрусталёва. Да, жду. В смысле, не придёшь? Ты с ума сошла? Я не знаю никого твоих с радио. Да, готова? Да, я бы тогда сейчас забрала. Хорошо, успею. Так, все, никакие отговорки не принимаются. К тому же ты обещала помочь с готовкой. Обещала. И Маринку к тебе отправлю. Ну, ты представляешь, говорит, не хочу участвовать в ваших пенсионерских посиделках. Дочь называется. Я потом перезвоню. Ты как мой муж со своим вторым телефоном. Да? Да. Так, все, я побежала. Ждем тебя в 3 часа. Хорошее настроение, можно без подарков. Гляди, ты ж Самохвалова. А, жаба высокомерная. Ведет себя как благодетельница. А у самой муж депутат. Видать, вагонами у народа ворует. Говори. Пошла королева. Пошла, пошла. Ага. Глядит, кого-то ей должны все. Представляешь, так и сказала. Высокомерная жаба. Вот, вот они что в своей жизни сделали полезного? Поубивала бы. Ну, забудь. Чего ты так завелась? Нет, я понимаю, если бы я жила только для себя. Но я же делаю все для фонда, для детей, для общей пользы. Да, и мне казалось, что тебе всегда это нравится. Благотворительность и все такое. Конечно, нравится. Согласись, заниматься нелюбимым делом глупо. Согласен, но только я не понимаю, зачем ты это так близко к сердцу принимаешь? Ты серьезно сейчас? Ну, Свет. Ульяна, через неделю запускаем арт-терапию. Холотропное дыхание на вечер передвинем. Привет. Привет. Дети дома? Нет еще. Я войду. Вик. Не могу удержаться. Андрюш. Андрюш, я же сказала, что все. Андрюш. Вика. Последний раз, я клянусь. Нет. Последний раз. Мам, ты дома?
Какие гости? А папа Марины вчера забыл у нас... Забыл телефон. Здрасте. Привет. Не могла бы позвонить? Да. А который? Мой. Какой? Рабочий. Ага. Звоню. О! Нашел! Вот. Спасибо. Ну все, пока. 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 Мама, что происходит? А что происходит? Что у нас делает папа Марины? Я же сказала. Мам, мне не 5 лет. Вы вчера на кухне сидели. Ну правильно, сначала на кухне, потом в комнату перешли. А у тебя тушь размазана. У меня? Где? А у дяди Андрея помада на шее. Лиза, а ты на что намекаешь? Да. Да, Светлана Петровна. Ой, простите, забыла. Да, сейчас скину адрес, конечно. Да. Можно красное. Хорошо, до встречи. Марин, ты? Я. Как в школе дела? Нормально. Подростковый гормональный сбой. Ну как? Мне нравится. Но вот так вот еще лучше. 15 лет, с ума сойти. Счастливых 15 лет. Безумно счастливых. Это, наверное, Вика обещала столом помочь. Па-бам! Поздравляю вас, мои дорогие. Проходи. Какая красота! Да, это Лерочка постаралась. Да, а я только худеть собрался. О, эту песню ни за душ не убьешь. Толстеют не от еды, а от ее некачественного приготовления. Ну, тогда я не волнуюсь. Предлагаю поднять бокалы. Да. Ой, минуточку. Мужчина, вы что? Без главного виновника торжества за столом. Неприлично. А это что у нас? Не главный виновник. Лерочка, с юбилеем! Спасибо, боже мой, это же очень дорого. Спасибо, проходите. Знакомьтесь, это Светлана и Василий Самохвалова. Очень приятно, всем привет. Ну, теперь, кажется, всем. Да. Предлагаю по-быстрому провести официальную часть, выпить и готовиться к горячему. Да. Семен, вы следующий. Спасибо. Дорогие Лера и... Андрей. Андрей.
У вас сегодня хрустальная свадьба. Понятия не имею. Да вы что, это самозавидная пара, самохвала. Для вас это вон, не пустой звук. О них во всех журналах пишут. Думаю, в наших журналах про них не говорится. 15 лет вместе. Это, ну, почти как срок. Ну, вы понимаете. И об этом часто говорят женщины у нас в Центре женского развития, что семейная жизнь стала скучной, однообразной. Ушла искра в отношениях. Но я знаю совершенно другой пример. Это семья Леры и Андрея Хрусталевых. Вы великолепный пример для подражания. Ну, наверное, не все присутствующие здесь знают, что Лера ведет курсы идеальных жен. И я уверена, что в их семье все идеально. Ура! 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 Ну, поздравляю, поздравляю. Работа не стоит на месте. Я музыку включу. Сейчас тебе. У тебя же для работы другой телефон. Погоди, это Самохвалова как зовут? Василий. Он депутат? Ну да, что? Свет, скажи, пожалуйста, у юбиляра фамилия Хрусталева? Угу. А его как зовут? Я же сказала, Андрей. Он кем работает? Да откуда я знаю? Минуточку внимания. По традиции хрустальной свадьбы мы с Андреем приготовили друг другу подарки. И мы держали их в тайне друг от друга. Ой, минутку, я сейчас. В общем, пока твоя супруга задерживается, я вручу подарок и убегаю, у меня дежурство. В общем, это почти хрусталь. Да, помни, что наша служба и опасна, и трудна, и поэтому дома оружие для снятия стресса всегда нужно держать заряд. С юбилеем тебя, дружище. Спасибо. До свидания. Отойду на секундочку. Я тут человек новый. Вы там шутили по поводу службы, которая опасна и трудна. Кто виновник торжества по профессии? Следователь. Мы коллеги. Лерочка, с юбилеем вас. Я побежал. Кажется, я телефон оставил где-то. Извините. Телефон забыл. У меня тут телефон просто разрывается. Хочешь ответить? Что это наша Лера задерживается? Светуля, мне нужно
уехать по работе срочно. Так что ты сама пока. Василий Игоревич, а вы куда? А вы знаете, как меня зовут по имени-отчеству? Теперь знаю. А, что ж, интересно. Так, пойдем-ка, надо с человечком перетереть. Держи. Пойдем. А вот и Лера. Сейчас будет тост. Ага. Да, сейчас будет тост. Минутку, возникло обстоятельство. Да, возникло. Я вынужден вас задержать. У меня нет времени. Минутку. В чем проблема? Минуточку, подождите. Почему меня задержите? Подождите, подождите. Где проблема? Лер, ты чего? Дорогие друзья, я предлагаю выпить за моего прекрасного мужа, которому я хочу подарить вот эту вот Фемиду, богиню правосудия. Правосудие, которому служит мой муж. Меня задержит. Ну, как вы больно. Видите, у Фемиды завязаны глаза. Она слепа. Знаете почему? Потому что она вершит справедливость. Она должна судить. Свет, вызови полицию. Вы что делаете? Вы с ума сошли? Она должна судить, невзирая ни на что. Невзирая на то, что мой муж спал с моей лучшей подругой прямо у меня под носом. Боже мой. А я всю дорогу думала, что у нас будет самая идеальная семья. Боже мой. А у нас не идеальная семья. У нас гадюшник. Лера, там твой муж на моего Васю напал. Ты сделай что-нибудь. Ты можешь так черту гадить? Вот такая вот хрустальная свадьба. Вот такая вот идеальная семья. Всем спасибо, праздник окончен. Вон! Я сказала, пошли все вон. Валерия Николаевна, я вас сразу не узнала. Вы что делаете? Хороший вопрос. У вас случилось что-то плохое, да? Что бы ни случилось, это не стоит того, чтобы так опасно стоять. Галя, чего вы от меня хотите? Помочь вам. Что ты там? Им сходите! Стойте! Это для меня все кончено. Все, ради чего я жила, все оказалось пустышкой. Абсолютно все. Что вы делаете? Если вы прыгнете, я тоже. И моя смерть будет на вашей совести. Ты с ума сошла, выйдет! А вы? У вас есть дочь, у вас есть мы, в конце концов. Все эти курсы, все это полная чушь. Нет, не чушь. Я благодаря вам встретила своего мужчину. Благодаря тому, что вы говорили про мужскую психологию, про женскую инициативу. Ну перестаньте вы нести эту чушь!
Как вы не понимаете? Я же неудачница. Я дура. Всю жизнь. Ради мужа, ради семьи. В результате оказалось никому не нужно. Даже самой себе. Ну что, вместе? На раз, два, три? Привет, какие новости? Здравствуйте. Судмедэксперт считает, что исходя из характера повреждений, убийца вполне могла быть женщина или мужчина. Подросток. А вот это интересно. Что мог делать подросток на пустыре? Приехал на машине жертвы. Они были знакомы? Возможно, но есть еще один вариант. Подросток мог быть с женщиной. С мамой, например. У нас есть зацепка. Вот, нам повезло с этой уликой, это заключение эксперта. Это украшение, ручная работа, не заводская. Если оно было приобретено на территории нашего города, мы легко вычислим автора. Собственно говоря, мы уже объезжаем все точки, где могут продаваться изделия местных мастеров. Что еще? По пистолету. По нашей базе не проходил, нигде не светился. Если из него стреляли, максимум в лесу по банку. Пойдем обсудим жертву. Я сама не знаю, как оказалась на этом мосту. Ты откуда взялась на мою голову? Шла домой после свидания. Одна? Ну, у нас романтический период. Он пока не готов ко мне переехать. К себе не зовет? Нет, он говорит, что ему нужно время, чтобы привыкнуть к мысли, что он не будет холостяком. Ясно. Дохлый номер. Я вот подумала про вас. Это здорово. Что здорово? Опыт. Ваш опыт, он не у многих есть. И вы можете этим поделиться с нами, понимаете? И предостеречь нас от ошибок. Это же важно. Я так не думаю. Привет. Да, все в порядке, я уже дома. И я. Все, целую, пока. Ухажер? Угу. Переживает. Вы говорите, дохлый номер. Телефон остался дома. Дочь, наверное, обзвонилась. Вообще не понимаю, что ей скажу. Вам надо домой. И как можно быстрее. Да. Да, ты права. Я заплачу и вызову вам такси, а то в таком виде. Спасибо. У меня идея, подождите. Вот, это я сама делаю. Нравится? Очень мило. Это вам. Чтобы этот день запомнился, как второе рождение. Спасибо тебе, Галя. Ты очень добрая. Если честно, я бы хотела вычеркнуть этот день из своей жизни навсегда.
Жениху привет передавай. Обязательно передам. Где Марина? У себя спит. Это хорошо. Хорошо, что она не услышит твоих жалких оправданий. Лера, я правда могу все объяснить. Хватит! Ты у нас вообще мастер объяснений. Телефон, презервативы. Срочные вызовы на работу. Позднее возвращение. Скажи, дети Вики, они знают про то, что вы... Лера, зачем ты так? Ты и Марина... Вы для меня всегда на первом месте. Ты уже все по местам расставил. Подлец. Марина разбудишь. А ничего. А пусть посмотрит на своего отца. Изменять мне с моей лучшей подругой. Ты понимаешь, что ты сломал всю мою жизнь? Ты разрушил всю нашу семью. Семью? Ты посмотри на себя со стороны. Все эти твои правила из женских журналов. Идеальное то, идеальное сё. Вся твоя чрезмерная забота, твои дурацкие идеи. Достала! А где жизнь, Лера? Где чувства, где страсть, где эмоции, где все это? Когда мы с тобой в последний раз с ума сходили в постели, как раньше? Ты мерзавец. И ради тебя, между прочим, даже... Даже что? Купила костюм медсестры. Да где ты вообще это... Бред вычитал. Мам, пап, что тут у вас происходит? Мы просто... Мариш, иди спать. Мы с мамой постараемся потише. А тут прибираемся. Считайте, что я вам поверила. Спишь здесь. Не хочу тебя видеть. Папа ушел. Куда ушел? С вещами. Вы вчера сильно поругались? Да. А ты почему не в школе? Мам, сегодня воскресенье. Вы ведь еще помиритесь, правда? Народный депутат Василий Самохвалов был задержан сотрудниками полиции минувшей ночью. Согласно неофициальной информации, депутат, еще вчера мелькавший вместе со своей женой Светланой Самохваловой во всех светских изданиях нашего города, подозревается в крупном коррупционном скандале. Алло, да, Мил, привет. Да, видела. Нет, я пока еще ничего не понимаю, но я думаю, что это какая-то ошибка. Все образуется. Что? Сказать, что мы не знакомы?
Ну хорошо. А алло? Алло, Мил? Алло? А вы кто? Нет, я ничего комментировать не буду. Откуда у вас мой номер телефона? Не смейте мне больше звонить, понятно? Я тебя не вижу. Что? Понятно. А машину ты когда пригонишь? Ясно. Доброе утро. Доброе. Мама! Здравствуй. Вик, я к тебе. Вот с этим. Лиз, иди к себе в комнату. Выгнала? По делам. Сам ушел. Зачем? Ну, ей нужно время. А тебе? Мне нужна ты. Доброе утро, Светлана Петровна. Доброе. Что, опять сломалось? Виктор Васильевич просил вас к нему зайти. А что он здесь делает в воскресенье? А его полиция вызвала. Они в кафе сейчас. Ясно. Доигрались. Виктор Васильевич. И снова здрасте. Что, тоже руки крутить мне будете? Нет, что вы. Этот с вашим арендодателем уже побеседовал. Теперь к вам есть пара вопросов. Это допрос? Просто беседа. На допрос у нас повесткой вызовем. Присаживайтесь. Спасибо, постою. Меня интересует система финансирования вашего центра... Центра женского развития. Точно. А что? Там все прозрачно. Все документы есть у Виктора Васильевича. И у моего бухгалтера можете получить по запросу. Я надолго вас не задержу. Вы же понимаете, мы сейчас проверяем все, что связано с деятельностью вашего мужа. Центр женского развития связан исключительно с моей деятельностью и деятельностью моих подруг, в том числе с небезызвестной вам Валерией Хрусталевой. С этим мы разберемся. Устроили у себя гнездо феминисток, а, Виктор Васильевич? Вы бы Виктору Васильевичу объяснили, что такое феминизм. А то про терроризм подумает. А что, вещи не такие уж далекие друг от друга? Феминистки терроризируют нашего брата-мужика. Наш центр женского развития к феминизму никакого отношения не имеет. Наоборот, но ваше узкое понимание этого вопроса как-то оскорбляет. Ну что, будем дальше говорить на эту тему? Нет, давайте к делу. Пишите, сколько центр существует, сколько человек занимаются, сколько денег получают. Ну, все, что решите нужным. Все есть в документах. Ничего писать не буду. Когда отпустят моего мужа? Он ни в чем не виноват. Вот это мы и хотим выяснить. А вы отказываетесь с нами сотрудничать.
Давайте десерт. Мама, что происходит? А что происходит? У нас в гостиной папа Марины, он тут жить собирается. Ну да, какое-то время. Только Марине пока ничего не надо про это говорить, хорошо? По-твоему, это нормально? Вы же с тетей Лерой подруги. Так, что вы предлагаете? Вышвырнуть человека на улицу? У него свой дом есть. Своя семья. Так, хватит. Я сама не знаю, что делать. Это ясно? Они поссорились. Примирение займет какое-то время. А где он спать будет? На кухне? Наверное, на кухне. Все ясно. Мам, папа надолго ушел из дома. Вы вообще собираетесь мириться? Я понятия не имею. Мам, ну как же так? У нас же идеальная семья, ты сама говорила. Мало ли, что я говорила! Спасибо большое, Лёв, что решил вопрос с отделом кадров. Да я уже не знала, что мне делать. Пустяки. Ну как не помочь такой красивой девушке? Все-таки удивительно. Что именно? Запах. Сразу оживляет забытый день. Вот точно такие же цветы у нас в детстве стояли на столе. Очень часто. Папа всегда приносил маме, когда, как он говорил, у него в душе порхали бабочки. А кем он работал? Инженером. Ну, чего особенного. Зато дома он сразу преображался таким артистом. Был? Да. Умер, когда мне только 15 исполнилось. Извини. Ничего. А мама? Жива-здорова? Жива-здорова. А что так грустно? Вы не ладите? Нет, даже не общаемся. Она меня выставила из квартиры, как только мне 18 исполнилось. Сказала, что дальше я сама. Но это ее новый мужчина так направил, а она подалась. Ясно. Галь, к разговору о бабочках. Я могу сегодня остаться у тебя. Завтра поедем вместе на работу. Что? Они же могут увидеть. Ну, пусть. Не, мне надо немного привыкнуть. У нас все-таки такая разница в возрасте. И что люди подумают? Мне все равно. Пусть что хотят, то и думают. Я все отменила. Да, я понимаю. Я хотела извиниться за ситуацию с моим мужем. Я совершенно была не в курсе его дел. Это ни к чему, Лера. Я, как оказалось, тоже не была в курсе дел своего мужа. Курсы закрываются? А вы готовы продолжать? Нашу фамилию как только сейчас не склоняют. И аренду, я боюсь, мне не продлят. Плюс у меня возникли некоторые финансовые трудности в связи с изменениями в семье. У меня тоже возникли некоторые
изменения в семье. Но я готова продолжать. Тем более теперь я могу рассказать даже больше, чем раньше. Мне кажется, мы с вами ни разу не болтали по душе. Пойдемте в кафе внизу. Как это у вас? Почему ты сразу не позвонила? Мама просила не говорить. Ну, наверное, чтобы твою еще больше не расстраивать. Но ты не переживай, он будет на кухне спать, я проконтролирую. И как он там? Не знаю. Прибитый немного. Прости. Ничего. Я хочу как-то организовать его встречу с мамой. Ну, чтобы поговорили, помирились. Поможешь? Только это секрет. Конечно, помогу. А что, даже Никите не говорить? Пока не надо. Это будет наш секрет. У него, кстати, тоже есть секрет. Правда, он думает, что я о нем ничего не знаю. Какой? Пистолет. Он его в тайнике прячет. Да ладно. Хочешь, покажу? Вот. Я же тебе говорила. Может, он обменять его на что-нибудь хочет? Или связался с криминалом каким-нибудь? Не, это точно нет. Я своего брата знаю. Ну да, на него не похоже. Хорошо бы ногу себе не пострелил пистолетом. Патроны-то боевые. А ты ловко с оружием обращаешься. Меня отец иногда в свой служебный тир берет пострелять. Он же все время с оружием ходит. Только там холостые патроны. Холостые? Зачем? Мама настояла. Мало ли что. Идем. Слушай, Марин, мне кажется, Никита в тебя втюрился. Ой, хватит ерунду говорить. Да точно тебе говорю. Он один раз забыл выключить свой комп. Я смотрю, а там твоя страничка открыта. Точно? Слушай, а не может быть, что это Роза, а это Никита? Ты что, совсем, что ли? Так просто подумалось. Ладно, слушай, по поводу моего плана по возвращению папы домой. Вася так хотел детей. А я все откладывала. И теперь... Адвокат говорит, что сесть он может надолго. Представляешь, все наше окружение, как только произошла эта ситуация, как воды в рот набрало. Ни звонков, ни гостей. Будто я заразная. Ну, это на их совести. Все наладится. Наверное. Вся наша жизнь оказалась фальшивкой. У меня тост. Давай за... Во-первых, никаких вы, Светлана Петровна, с этого дня. Хорошо. Во-вторых, я бы хотела воспользоваться твоим предложением вести курсы бесплатно, пока не улучшится моя финансовая ситуация. И в-третьих, за женскую дружбу. Ура. Красивое украшение. Необычное, так со вкусом. Да, представляешь, одна из наших слушательниц сама делает. Взятка? Да. Лер, я бы хотела тебя попросить. Поговори со своим мужем. Может, он как-то может повлиять на ситуацию.
чтобы Василия выпустили. Или хотя бы дали ему условный срок. Андрей от меня ушел. Я даже не знаю, где он сейчас живет. Но есть же телефон. Да. Но мне кажется, он должен сделать первый шаг. Лер, пойми, вся моя жизнь, она рухнула. Я понимаю. Я не знаю. Я попробую что-то придумать. Но ты пойми, Андрей, он такой. Не позволит личному влиять на служебное. Пожалуйста, попробуй. Ради нас. Хорошо, да. Андрей, это что? Это я положил постирать. И кто должен это делать? Ну, ты же будешь стирать ваши вещи, я подумал заодно. Я тебе не жена. Стирай свои вещи сам. Хорошо, без проблем. Сколько это будет продолжаться? Что это? Твое проживание здесь. Вик, что я опять не так сделал? Ответь. Ответь. Сам решу, что мне делать. Что, прям настоящий рюкзак? Угу. Как малолетки. Думает, я поведусь на такое. Другое дело. Как она, он, кто бы это ни был, узнал мой адрес. Думаешь, за тобой следят? Я не знаю. Тебе бы какое-нибудь средство самозащиты не помешало. Ну, хотя бы газовый баллончик. Ну да. Только где я его могу? Привет. О, какие люди. А ты чего тут? Ты так подумал, все равно в одну сторону идем. Ну-ну. Слушай, Никит, а ты не знаешь, где можно взять газовый баллончик? Да, зачем себе? Это для Марины.
это так часто писать мне любовные послания. Мешает работе. Ну, прости. Я просто сижу все время, думаю, когда уже рабочий день закончится. Да, Лев Иванович, я пришлю вам вечером. Отлично, если что, я у себя. Поняла. Не ты первая, не ты последняя, дурочка. Войдите. Здоров. Ну как ты? Да никак. Как ни крути, со всех сторон полный провал. А Лера что? Мы пока живем раздельно. Вот же. Ну давай я с ней поговорю. Я все-таки вас давно знаю. Скажу, что оступилась. Ну, мало ли с кем бывает. Тоже решили меня пожалеть? Не надо. Я сам могу решить свои проблемы. Как скажешь. Что-то еще? По делу Самохвалова. Только между нами. Ну? В общем, там наверху начались движения. Думаю, будут принуждать отпустить чиновника. Не без комплиментов, конечно. Коррупция работает на коррупционера. Тебя это удивляет? Вот тут у меня уже эти взяточники. Вот тут. Этот самодовольный депутат со своей самовлюбленной дурой. И курсы эти идиотские, которые людям жизнь ломают. И все это, между прочим, наворованные деньги. Ну, по курсам этим я проверил, там все вроде чисто. Чисто? Там чисто, в другом месте грязно. У вас все? Свободны. Андрюх, ты чего? Мы же при любом раскладе на твоей стороне. Держи, как и обещал. Спасибо. Было несложно. Сказал, что Лиза взамен свою почку отдаст. Дурак. Ну ладно, мне пора. Куда ты? Забыла кое-что в классе. Ну, мне пора домой. Тогда до встречи. До встречи. Наша тема на сегодня. Что вас удивляет? Ну, это же полностью противоречит тому, что мы разбирали раньше. Не противоречит, а дополняет и расширяет тему. А, простите, а вот эта позиция, просто как к ней отнесется муж? Нормально. У него просто не будет выбора, правда, девочки? Итак, секрет идеальной жены в том, что она любит себя не меньше мужа. И время от времени дает понять, что мир не крутится только вокруг ее избранника, что у нее тоже есть свои интересы. И если пара спит вместе, это вовсе не означает, что сердце женщины завоевано раз и навсегда. Пусть муж будет начеку, пусть продолжает вас завоевывать, иначе в один прекрасный момент вы рискуете не заметить, что ваш муж ходит налево. Знаете, я вас не понимаю. То все для мужа, муж центр семьи и все такое, то вдруг говорите об измене.
А вы уверены, что ваш муж вам не изменяет? Я ему доверяю. Ну, вы же сами говорили. По статистике, 75% мужчин совершают адюльтер. 75%. Будете спорить с цифрами? А уверены, что вы не входите в эти 75% семейных пар? Давайте разберем, как уличить неверного мужа в измене. Вот я подготовила подборку реальных историй. И в субботу, и в воскресенье. Будем нагонять на пущенное. Мне и так мои домашние восстали, что я дома редко бываю. Ничего, пусть привыкают. Саморазвитие – это естественный процесс. Вера, можно с тобой поговорить? Не думаю. Я травлюсь. Лера! У Валерии Николаевны сложный период. Я знаю. Когда я смогу увидеться с мужем? Ну, разрешение на свидание, пока идет следствие, дает следователь. Обычно проблем с этим не бывает. Но здесь что-то пошло не так. Так а вы что-то делаете? Ну, разумеется. Я составил письма, отправил их в соответствующие инстанции. Мы ждем официальный ответ. Хорошо. А как насчет заблокированных счетов в банке? У меня возникли некоторые финансовые трудности. Вы же понимаете? Понимаю. Я составил от вашего имени письма в банк. Их нужно будет подписать. А со своей стороны я буду давить на следствие, показывая, что данное решение о блокировке счетов наносит вред непричастному лицу. Как моральный, так и материальный. Может быть, мне поговорить со следователем, который ведет дело моего мужа? У меня есть выход. Я бы не советовал. Это может быть расценено как давление на следствие. А нам это сейчас совсем не нужно. Скажите, что вы знаете о связях вашего мужа с Вадимом Савицким? С кем? Я впервые о нем слышу. Очень хорошо. Вот так и отвечайте на допросе. А это как-то поможет? Посмотрим. Но вам поможет точно. Привет. Что-то ты припозднилась. А я ужин сделал. Дети уже поели, правда, без вина. Андрюш, присядь, пожалуйста. Викусик, а знаешь, почему ты такая мрачная? Потому что голодная. Поешь, потом поговорим. Хочу. Андрюша, тебе завтра съехать надо. Вик, ты чего? Все. Не могу больше. Неправильно это все как-то. И знаешь, детям неудобно завтракать при постороннем человеке. Ты почему не спишь? Поздно уже. Я сейчас, мам. Завтра у нас две контрольные. Ясно. Долго не засиживайся. Кстати, папа звонил. Зачем? Просил передать, что назначает свидание. Глупость какая. Почему он сам мне не позвонил? Ну, наверное, боится, что ты откажешь. Вот, адрес прислал, и время я тебе сейчас перешлю. Свидание, между прочим, в отеле. Мам, это так романтично.
Давай, заканчивай спать. Лиз, по отелю порядок? Тебя подвезти. Спасибо, я сама. Лев Иванович сейчас у себя? У себя, кажется. А разве он не в командировке? Нет. А вчера он был на работе? Простите, а вы кто? Я его жена. Ошибки быть не может. Мы опросили всех, кто занимается сбытом мелкоручной продукции. Все впустую. Значит, у нас остается только один вариант. Федор Иванович Савинов. Ты кто? Плохо работаешь. Если в нашем городе кто-то может выполнить такую работу, то он наверняка учился у мастера. А мастер в нашем городе только один. Федор Иванович! Ты едешь? Куда? К Савинову! Это мне мальчишки сунули рюкзак, правда? Ага, а если бы это был ядовитый газ? Не понимаю, зачем это было на себе пробовать? Господи, я подумала, это духи какие-то у тебя. Рюкзак этот мальчик появился, подарил. Мам, что за глупости? Вот как я теперь с отцом на свидание пойду? А ты пойдешь? Да все пройдет, почитай в интернете. Угу. Ты мне баллончик вернешь? Да. Нет. Не знаю. Заберу, потом подумаю. Кстати, забыла уточнить, откуда рюкзак? Папа подарил.
Ты что, с ним виделась? Нет, еще до этого вашего. Мы когда с ним в тир ходили на прошлой неделе, по пути, все забывала тебе показать. Ладно. Входи. Привет. Лера? Ты кого-то другого ожидал увидеть? Нет, конечно. Я хотела сказать тебе спасибо за то, что ты решился на первый шаг. Нам действительно нужно было спокойно поговорить. Так, конечно, проходи. От этого разговора зависит то, как мы будем жить дальше. Лера, а ты... Нет, ничего. Кажется, это наш свадебный номер. Да. И цветы. Очень мило. Я уже не помню, когда ты мне в последний раз дарил цветы. Ну вот, подарил. Что в конверте? Неужели стихи? Помнишь, как мы поругались сильно, когда Маришке годик был? Ты тогда в качестве извинения написал мне стихи. Я их до сих пор храню. Лучше я прочту. Я сама. Лер, произошла ошибка. Я подумал, что... Понимаешь, я подумал, что... Лер! Как все прошло? У моих родителей? Надеюсь, все еще разговаривают. Кто пишет? Так, подружка одна.
старые форты у нас только в районе Прибрежной улицы. Ну да. Мы туда с ребятами ходим граффити рисовать. А что? Просто интересно. Да, Валерия Николаевна. Галь, ты как? Ты придешь сегодня на лекцию? А почему? Так нет настроения. Меня уволили с работы. И еще ты права была насчет моего романа. Так вот, тем более не нужно замыкаться в себе. Обязательно приходи. Потом в кафе сходим. И у меня еще есть одна идея. Хорошо. Светлана Петровна, нужно осмотреть диван. Встаньте, пожалуйста. Понятые, прошу вас пройти в кабинет. А это долго еще будет продолжаться? Думаю, до вечера еще поработаем. Я могу позвонить? Да, конечно. Вы же не арестованы. Пока. Виктория, здравствуйте. Это Светлана Самохвалова. Виктория, мы могли бы с вами сегодня увидеться? А вы во сколько заканчиваете? Нет, я думаю, что лучше я к вам подъеду. Ага, спасибо. Да. Ну ты даешь, Сергеич. Шеф до сих пор с красным лицом. Какая муха тебя укусила? Нечего на меня давить. Я в органы пришел не за тем, чтобы покрывать этих. Ты в своем уме? Ростислав Олегович сказал, что отстраняет тебя. Я предупреждал. Я ему тоже сказал. Пусть попробует. Я уже жалобу в надзорный комитет составил. Объявляешь войну? Не я начал. Но я это дело до конца доведу. С огнем играешь? Это на тебя что, так история с Лерой повлияла? Не знаю. Может быть. Мне все равно. Хрусталев. А вы кто? Предположим, удобно. Я подумаю. Зашевелились мерзавцы. Конечно. Большую рыбу потревожил. Я бы на твоем месте был осторожней. Сам заварил. Сам расхлебаю.
Занятная вещица, и хорошо сделана. Федор Иванович, вы можете знать автора этого изделия? Была у меня одна талантливая ученица. Талант от Бога. Поэтому я направлял ее только в области чисто технических приемов. Давно это было? Давно. Давно ее не видел. Но маловероятно, что она связана с криминалитетом. Ну, мы вынуждены доработать все версии. Фамилию ее не помните? Галина. Галина Федотова. А вот где проживает, не знаю. Ну, это уже наша работа. А сколько ей лет? Сейчас, думаю, 20-21. Постойте, у меня же... Вот. Мое 60-летие. Многие ученики пришли поздравить. А вот и она, Галечка. Вика, я во дворе. Дом 17 же, правильно? А куда дальше? А, да, вижу. Здравствуй. Здравствуй. Чаю нальешь? А, проходи, конечно. Ну да, у меня тут не царские палаты. А, нет, я поговорить приехала. Про Леру? Почему про Леру? Нет, про себя. Я посоветоваться хотела. Ну, как дальше жить, что делать вот с этим... Я понимаю, это прозвучит странно, но мне обратиться больше некому. А насколько я знаю, ты живешь одна и тянешь на себе двоих детей. Ты сильная. Неожиданно. Да. Ты за рулем? Нет, я на такси. Тогда нам пригодится вот это. Конечно, не гранж, а то какое-нибудь. Ну, другого у меня и не водится. Ну, как обстоят дела с домашним заданием? Кто-то заметил что-то подозрительное в поведении мужа, пользуясь теми приемами, которые мы разобрали ранее? Ну, не стесняйтесь! Неужели никто не решился попробовать? М? Давайте. Я проанализировала своего мужа на предмет изменения образа жизни. И все сходится. Сначала он занялся снижением веса. Потом, примерно через неделю, записался в спортзал. Начал бегать по утрам. А вчера, девочки, купил себе фитнес-браслет. Ну вот, первичные признаки. Уже теплее. И что дальше? Дальше все, пока я над этим работаю. Неплохо. По-моему, это прекрасно. Муж начал следить за собой. Разве это не говорит о том, что он хочет понравиться своей второй половине? Возможно, но статистика. Да, слушайте, ну это ерунда какая-то. Ну разве не приятно, когда рядом с вами красивый, подтянутый мужчина, а не пузан в трениках с вытянутыми коленями? Ну... Да-да-да, тише, тише. Давайте обсудим и эту позицию тоже. Mm-hmm.
Поверьте, у нас много ресурсов решить этот вопрос. Тогда в чем же дело? Ну, мы, если можно так выразиться, гуманисты, сторонники меньших разрушений. Если кризис удается решить с меньшими последствиями для всех сторон конфликта, мы, безусловно, выберем этот вариант. Что вы предлагаете? Что это, деньги? А вы посмотрите. А вы покажите. Что это значит? Мы гуманисты, но не идиоты. Вдруг вы решите и против нас завести дело о коррупции? И как вы хотите этого избежать? Вы сами напишите сумму на этом листке. А потом она окажется на счету вашей жены. Или наличными в удобном для вас месте. Но это должно быть ваше решение. Я так понимаю, это за то, что я закрою дело в отношении Самохвалова? А если откажусь, будете угрожать? Зачем же? Я же говорю, мы гуманисты. Скажите, вы любите научную литературу? Почитываю. В перерывах между изучением материалов дела. Прекрасно. Тогда вы должны понимать, что у всего сущего есть предел. Даже у Вселенной. Знаете, мне как-то неуютно жить в мире, где коррупцию сравнивают со Вселенной. Вот вы сами это и сказали. Я, пожалуй, пойду. Так, кстати, для справки. Современная наука, говоря о пределе Вселенной, имеет в виду концепцию многокомпонентной Вселенной. Что, в общем-то говоря, делает ее предельность условной. Хорошего дня. Положительного решения нет. Работаем. Теперь Лера даже не дает возможности с ней объясниться. Ну, тут как не объясняйся, все плохо. Вот именно. Я-то думала, это у меня проблемы. А у вас так тихо и гавы. Даже завидовала немного. Да ну скажешь тоже. А я, если честно, думала, что ты богатая, самовлюбленная стерва. Ну, ты недалеко от истины. А знаешь что? Поехали. Куда? К Лере. Да. Действительно, все мужики козлы. Так, давай еще по чашке кофе и уходим за гул. В смысле? В прямом. Устроим себе вечер развлечений. Знаешь, я так долго себе в этом отказывала. А сегодня поняла, надо. Надо давать выход эмоциям. Вот, я составила список заведений, приличных, и мы обойдем их все, до единого. Спокойно, я плачу, будем считать, что это практические занятия. Познавательный шот-тур. Отказы не принимаются. Тем более у нас у обеих есть повод. Да, Света? Встретиться, ну, я... Срочно. Да, я еще в вашем центре пока, в нашем, да. Подожду. Вино? Конечно, мы как раз собирались. Я с подругой. Хорошо, ждем. Ну что, планы меняются? Но не наше желание напиться. А ты молодец. Не испугалась.
Вы Роза? Вообще-то меня зовут Роман. Роза — это моя маска в сети. Тебе не нужно меня бояться. Скорее наоборот. Это я боюсь, что ты могла привести кого-нибудь с собой. Знаешь, взрослые не всегда могут понять дружбу между мужчиной и девочкой. Мы не друзья. Просто потому, что ты меня мало знаешь. Зато я знаю тебя хорошо. Ты послушная умница. И, конечно, заслуживаешь награды. Это твое. Я ценю наши отношения. Бери, не бойся. Здесь отличные камеры и куча всяких наворотов. Я просто хочу, чтобы вы от меня отстали. Ясно? Нужно. Я все сделала, как вы просили. Уйдите из моей жизни, пожалуйста. Тише, тише. Не будь плохой девочкой. Плохие девочки бывают наказаны. Нечестно меня обманывать. С друзьями так не поступают. Или ты хочешь, чтобы твои фото увидели все в классе? Или даже все в школе? Могу устроить. Так что не советую со мной спорить. Заткнись и слушай, что тебе придется сделать. Хотел, это что ты еще из-за тебя?
холостой. Это Лиза спасла нас. Ой, девочки, накрывай на стол. Лера, спокойно. Нам всем нужно поговорить. Я ни о чем с ней разговаривать не буду. Правильно. Ты будешь пить, а говорить буду я. Вот. Я штопор забыла. Ничего. Мы что-нибудь придумаем. А мне ваше лицо, мне кажется, знакомо. А Галя посещает все наши занятия. И к тому же спасла мне жизнь. О, это тост. Мама! Мам, ты дома? Аппарат абонента выключен или находится... Звони своей маме. Ты права, что ты злишься на подругу. Но ты совершенно не права, что ты не даешь ей даже возможность объясниться, попросить прощения. Но она сделала все максимально возможное, чтобы не разрушить ваши отношения. Спасибо ей. Мы с мужем живем отдельно, и нашей семьи больше не существует. Ой, Лера, ну ты же психолог. Ну же все равно бы рано или поздно. Никита, я перезвоню. Лера, ну прости ты меня, пожалуйста. Я знаю, что я поступила низко и подло. Прости меня. Ты вправе меня презирать. Подожди. Вот прекрасный тост. У меня что, получается геройский братик? Да ну тебя. Если бы ты не поменяла патроны, я... Почему вы мне сразу все не рассказали? Я не знаю, я запуталась. А я говорила, надо было идти в полицию. Может, отцу позвонить? Тут все сложно. Придется объяснять, откуда пистолет. Не надо за меня беспокоиться. Я сам разберусь, обещаю. Позвони. Алло, папа? Ой, а кто это? Я его дочь. Что? Давай подержу. Лер, ну ты простишь меня когда-нибудь или нет? Когда-нибудь. Дави сильнее. Я вообще, может, тебе еще спасибо должна сказать. Мне? Вся эта история меня... А мой Вася так хотел детей. Хорошенько встряхнула. Да я все откладывала. Я же все делала. Откладывала. Все для мужа. Думала, вот еще чуть-чуть. Идеальная семья. И будет у нас. Идеальная жизнь. Малыш. И все это. Потому что семья не может жить ни по какой схеме. Не может. Дети, это же хорошо. Нет. Я же тоже все сделала неправильно. Прости меня, пожалуйста. Прости меня. Но ты все равно сволочь. Ой, я знаю. Ну, давай, держи крепче. Держу. Вы меня правда не помните? Черт! Мастер-класс, как не надо открывать вино. Лер, Кусенька. А хочешь прямо сейчас
Позвоним Андрею и решаем все точки над «и». Хочешь? Правильно. Сейчас. Телефон разрядился. Вот зарядка. Набирай. Не так. Муж. Муж обился грушу. Алло. Андрюша. Алло. А кто это? Марина. Марина на проводе. Алло. Марин, а ты где? Что? Ничего не... Да, подожди, сейчас мы приедем. Что там? Я ничего не поняла. Никита, Марина, какой-то насильник, Андрей ранен, все в больнице. Боже мой, а здесь мне все в порядке? Все в порядке. Поехали. Подождите. Подождите, я вам вызову такси. Девушка, а как мне проехать к Дому культуры? Сначала прямо, а потом на С2? На третьем светофоре налево. Ох, да мне так и не запомнить. Может быть, покажете? Ну, хорошо, мне как раз по пути. Вот здесь прямо. Прямо? Вы пристегнулись. Мало ли, какой лихач тут выскочит. Да у нас с лихачами не очень-то густо. Городок маленький, все друг друга знают. Это вон в больших городах носится, как сумасшедший. Эта дорога вообще на выезд из города. Ничего-ничего, есть там один проезд. Остановите машину, я выйду. Ничего-ничего, нормально все. Мне надо выйти, остановите! Сиди тихо, стерва! А то мозги твои куриные придется по всему салону собирать! Остановите! Все в порядке. Операция прошла успешно. Сейчас ваш муж отдыхает. Когда я смогу его навестить? Я думаю, во второй половине дня, но ненадолго. Хорошо. Я так рада. Галина Федотова. Следователь Сорокина. Я пока к вам с неофициальным визитом. Можем поговорить.
тебя сейчас, стерва! Свидетелей нет, есть только ваш рассказ. И хотя он совпадает с выводами следствия, тем не менее, вы подозреваетесь в непредумышленном убийстве и превышении допустимых мер самообороны. Отпечатки уничтожили, а это уже осознанное действие. Положение шаткое. И какое решение примет судья, неизвестно. Это все правда, что здесь написано? Света, меня посадят. И посадят надолго. Тебя только это волнует? Светлана Петровна. Молчить? Ты вообще понимаешь, что из-за этого чуть не убили мужа Леры? Дура. Какая же ты все-таки дура. Зай. Я никакая тебе не зая. Ты что думаешь, что все, что мы имеем, весь этот достаток, вся твоя благотворительность, это все только на зарплату? Ты в каком мире живешь, эй? Ты что, совсем ничего не понимаешь? Я думала. Думала. Она думала. Иди домой. Живи в мире своих иллюзий. Счета разблокированы? Ну, тогда все в порядке. Там ничего нет. Почти. А то, что было, я отдала в детский дом. Ты это сейчас серьезно? Абсолютно. Я нашла работу. И буду учиться всему с нуля. Сама. У меня есть подруги, они мне помогут. Какая же ты все-таки идиотка. Свидание окончено. Позови охрану. И что же мне делать? Что делать? Вы переехали в другой город. Но найти вас оказалось несложно. Нашла я. Идут и оперативники. Как женщина, я на вашей стороне. Нападавший на вас насильник подозревается как минимум в 3 подобных эпизодах. 2 из них со смертельным исходом. Он подонок, и он этого заслужил. Но это мое мнение. Мое. Как женщина, как гражданину. А как следователя?
как следователь, я тебе помогу. Мы же женщины, должны друг другу помогать, верно? Знаете, я это уже слышала. У тебя есть надежные подруги? Есть. Надеюсь. Надежные настолько, что дадут показания, которые мы все вместе проговорим перед тем, как к тебе придут мои коллеги. Есть. Так и не вспомнили? Вокруг меня столько людей раньше крутилось. Да и я только себя видела. А что? Так, ничего. Вика! Вы когда на море уезжаете? Завтра утром. Уже чемоданы упаковали. Класс, молодцы. Мы пришлем тебе фотоотчет с открытия. Вам куда? В Качинск можно высадить где угодно, тут недалеко. Садитесь, нам по пути. Только у меня денег нет. Неважно, садитесь. Садитесь. Мы же женщины должны помогать друг другу, так? Как вас занесло в это богом забытое место без признаков жизни? Да... Я поругалась со своим молодым человеком. И что? Он вас оставил вот так вот на дороге? Да, высадил. Вот даже кофту свою не забрал. Да уж. Плакали? У вас тоже потекло. Ой, все это из-за того, что нас не учат, как жить вместе. Как общаться с мужчинами. Все на интуиции. А она иногда подводит. Вот думала открыть центр женского развития. Здорово. У нас в Качинске? Нет. Я из Новоярьинска, а в Качинске я так, по благотворительным делам. А как у вас в городе с работой? Решила переехать? Поняла, что хочу отсюда уехать. Может, вам нужны в центр сотрудники? Нет. У меня уже все набрано. И это в основном женщины, педагоги. Тренеры по йоге, ну, там, психологи. Я вот сейчас ищу лектора по семейным отношениям. Муж, жена, как все делать правильно. Пока не придумала, как назвать курс. Может, идеальные семейные отношения. Или
хорошая семья. Клуб идеальных жен. Как? Клуб идеальных жен. Интересно. И это хороший маркетинговый ход. Клуб идеальных жен. А вы уже где-то это видели? Мне только что в голову пришло. Спасибо за идею. И если что, увидите объявление о наших курсах, приходите. В клуб идеальных жен. Конечно. Ой, вот тут вот можно меня уже высадить. Угу.